канун новогодних праздников гостей в полицейской форме четыре социально уязвимые семьи из района Басарабяска увидеть у себя дома не ожидали. Но недоумение на лицах сменяется улыбками, когда люди видят, что служители правопорядка пришли к ним не по работе, а для того, чтобы вручить подарки. Этот благотворительный жест решил сделать инспекторат полиции Басарабяска. Таким образом, мы хотели помочь социально уязвимым семьям в канун Нового года, чтобы праздник пришел и к их детям. Мы привезли им продукты – картошку, морковь, лук и, конечно, сладости. Также всем коллективам мы собрали одежду для детей. Подарком от инспектората полиции особенно были рады женщины, ведь теперь продуктов питания им хватит не только для праздничного стола. Большое-большое спасибо. Не думала, что помогут вот так вот. И желаю в новом году, чтобы всем исполнилось желание, которое они загадывают. Я хочу всех поблагодарить и сегодня, и как и с Кишинева, с Бессарабки, со всех районов, кто мне помогал, сочувствовал, чем мог. Я огромное спасибо всем за помощь и за поздравления, спасибо. Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, чтобы ни у кого не было таких несчастий, вот как пережила моя семья. Люди должны быть добрее. Даже если человек делает добро, это добро возвращается. И я, как убеждаюсь, не первый раз. Я мама нескольких детей, которые от всей души благодарят полицейских за эту помощь. Большое им спасибо. Пусть Господь вам поможет. Дети всегда ждут подарков к Новому году, поэтому еще раз большое спасибо. Подобную благотворительную акцию инспекторат полиции Басарабяска провел впервые.